пошел. Самурай бьет колею. Так, сейчас тут какой-то серьезный аппарат очень, елки, восьмерочные двери. А где стекло такое взяли? А что это за машина? Титан? А как стекла на заказ сделаны? Да, привет. Да, вижу, восьмерочная. Блин, это у меня тоже мечта, такие двери. Это стеклоподъемники есть, да, нормальные, без ключа на 13. А что внутри? Ох, елки. Витя, Витя! Иди, я нашел тебе новую машину. Да, я проеду, на нем. Нет, нельзя, ты че? О, магнитофон подцепил, видимо, нырять не собираемся. Вот это тюнинг, да? Это следующее, к чему я должен стремиться. Продайте мне двери хотя бы. Это следующее, к чему я должен стремиться. А стекло в Белой Церкви, да, заказали? И что, получилось? А, подожди, а рамку же надо, да, ну, сделать? А кто делал? Откуда? Белая церковь. Белая церковь. Так не, и рамку делали они? Да, да, да. Или всю машину? Всю машину, полностью. А, жесткие. Понял, бородач, какие машины надо иметь, блин? Понакупаешь непонятно чего. Смотри, какой. Извращенец он и вржищевый извращенец. Знаешь? Когда видишь плакат крыса, женщина на заправке, зовешь крыса, он и там, Руслан такой, уааа, сам знали. Ужас. Бородачу не мог, да? Самостройка такая, чтобы что-то дивное и неясное было. Да не, нормально вообще. Это как раз тот случай, там сам сидел. Да не, нормальный аппарат. Посмотри, какой вообще, двери какие красивые. Пошли, что показать хочу. Увазит твоем, а такой штуки не хватает. Шо, шо? Ну, дерево, алькантара. А, да. Тут, если ты будешь ждать, то до вечера. Не, поэтому спрашиваю. Он просил просто выкидать время от времени геолокацию. Хорошо, я выкидываю лед. А, Олег, это геолокация. Выкидываю геолокацию. Мы тут были. Вот тут мы. Ищи нас по этих. По льдинах. Да. Дизельный мотор. Да, с дверями нормальное решение. Пока клякну на вот. А что? А что, тут никого нету? Нет. Офигеть. Витя, я в новый у вас. Ого, сколько тут места. Как-то тут по-другому все. Ручка какая. С дерева. Черное дерево, да? Да. Мореный дуб. Мореный дуб. Так. А что за мотор? Мерседес? Нет. Фольксваген? Не, Mazda Titan. Mazda? Литровый, да. Дизель? Да. Mazda Titan. Что, мы застряли? Нет. А, вот, вот, смотри, это организатор очень жесткий. Знаешь ты его? Да, Андрюк. О, белый дельфин. Это белый дельфин. Знаешь белого дельфина? Нет. Блин, все его знают. В дрифте тут обычно Витя боком идет в этом месте. Так. Организатор на Range Rover с оторванным фаркопом и куском бампера, который не успел продать. А спереди у него должен быть уже новый бампер. Он... Каркас. Каркас нового бампера. Каркас. Так, а что тут по мостам вообще? Военные мосты. Военные, да? Ого, нижние педали? Да. Вот это круто, слышишь? Да. Ух, как бампер вырвал, конечно, с фаркопом, с мясом. Редуктор как смещен задний в одну сторону. Необычно. Интересный рендж, конечно, этот старый, настоящий. Не то, что сейчас, да? Это спидометр у тебя так работает, не так, как у всех. 23 тысячи пробег, да? Да, совсем свежак. Капот блестит.
Не, ну аппарат серьезный. Ого, тут металлик даже в салоне, да, цвет? Да, все полностью. Полная разборка, часы врезаны. Это правильно время показывает? Да, плюс-минус, да, там 5 минут. Сейчас проверю. 11.37. Чуть-чуть отстали. Тут люка нету? Нет. А, тут кабрио. Да, кабрио. Мягкая дуга. Не, ну прикольная машинка получилась. А, гидроусилитель с BMW, да? Да, да. А вот наши коллеги, да? Смотри. Трактористы. Да. О, хороший там какой трактор. Шикарный. Что, выстраиваемся? Да, может, вправо будем уходить? Ты мне подай. Раздатка УАЗовская. Ты подожди, что-то для УАЗовской как-то рычагов мало. Сделали так. Облегчили? Застряли на пляже. Так, все, всех застрявших на пляже выняли. Едем. Дальше что-то там говорит. Трактора не все могли проехать. Какая-то жесть предстоит. Не, ну педали шикарные просто. Так, дрифтер пытался на полном приводе дрифтануть. Сегодня развернула, я с Белой Церкви ехал. А. Тоже, говорит, уже с Киева выехали, говорит, ребята, вот с этой же дороги. Нормально, на камеру работает, тормози. Блин, сзади что там? Сзади далеко. А сзади далеко. Что, он в поле хочет ехать или рано еще? Рано. Дрифтанул. Надо так дистанцию. Да, ну да, надо. Дистанцию надо держать с этим дрифтером, да? Даже развернула не специально вообще. Не специально развернул? На продажу. Получается, на базе Унимога, типа Хаммера сделана. Не видел. А он выставлял на продажу? Выставлял на продажу. А, что-то там 20 тысяч, да, что-то такое? Да, да, да. А, я понял. Так это он делал этот УАЗ, да? Вот это делал, и тут делал. Не, ну хорошо, все сделано красиво так. Мы приехали, получается, какая история была. Андрюха купил себе УАЗ, я захотел себе, то есть, грубо говоря, мы смотрели там Нивы, что-то типа такого. УАЗа, говорю, не, Ниву не, потому что, говорю, порвем ее сразу. Говорю, давай что-то нормальное, говорю, если брать, то брать. Короче, искали, мы начали искать просто шкарлупу. Типа, давай начнем искать шкарлупу. Мы искали, чтобы что-то строить. Да, чтобы что-то строить. Смотрели, короче, ничего толкового не нашли. Если находили, то ценник был неадекватный вообще. И потом он скидывает объявление $1200. Вот это машина? Вот это машина. Ну, типа на разборку. А, на разборку. Белая церковь. Ну, я звоню этому человеку, он говорит, да, есть все, приезжайте смотрите. Я приезжаю, он говорит, вот стоит машина. Полностью, говорю, цена $1200, ты за что? Он говорит, вот за это все как есть, только без мотора. Так. Говорю, а мотор? Нету мотора, она есть, в ней мотор, типа, все заводится, она едет, все на ходу. Говорю, так смысл, давайте я вам дам деньги за мотор, говорю, да и все, смысл мне переработать, переделывать это все. Ну да. А у него все подвязано, она уже поездила, уже, короче, притерлась. Все уже. Уже как бы это самое. Доработано, да? Мы с ним, короче, это самое, поговорили, он говорит, ну, понимаешь, такой мотор хороший, типа, то себе, он говорит, давайте от BMW там мотор, говорю, а ты нам этот мотор, да не, я не хочу этот BMW, короче, мы сошлись на то, что мы за $700 продали, добавили, да, короче, за мотор, и с коробкой, ну, мотор, коробка, типа, раздатка, все это все сделано, потому что... Так, а документы? А, документы есть, документы. Отдельно? Нет, документы есть. Были, да? Были документы. Документы были, он по кузову типа Бен, просто что дизель вписан и все. А, я понял. Щученко. Ой, это где-то мы уже близко, да? Да. К месту старта. Очень скользко.
Мы на узких шинах. Было не скользко только что. Мы ехали по такому скользкому. Может, не такое скользкое там было. Да не, ну оно не так, чтобы это самое, просто где-то. На широких просто всегда более скользко. А вон и банда вся. Витя, да, Витя. Колонна. Витя рядом, блин. Витя рядом. Мы во главе колонны. Ого, колонна, елки-палки. Что-то нас, пока мы, слышишь, мы пока ехали сюда, добавляются на ходу, видно, люди выходят. Просто на 5 машин 30, наверное. Вон, еще, елки-палки. Конца края не видно. Вот это нормальный движ. Красивая, конечно, природа. С реки, когда идешь, мы с батей в Ржище, ну, получается, туда, в сторону церкви, на лодке ходили, да, еще в детстве. И этот берег высокий, красивый, да, такое вообще. Останавливались как-то, что-то там, какой-то крыжовник рвали или что-то такое на склонах раньше. Ага. Щученко, Балыкощенко. Щученко. А что такое Б? Балыкощученко. Балыкощученко? Да, Балыкощученко, по-моему, назва. Да. Ребята, за дровами. Пошли? Пошли, да, привал, у меня в руках. А тянуть чем? Или сначала надо нарезать сначала? Да, напилить, а потом уже. Блин, и Киев, слышишь, 80 км. Полностью в другом мире находимся. Посмотрите на эти домики, блин. Такие. А природа какая. А природа. Тут летом вообще, наверное, бесподобно. Надо получается, будет летом приедем. Когда был этот самый Бархаладзе, по-моему, какой-то там министр или кто он там, зам какого-то был. Он хотел здесь, получается, типа открыть второй Буковель. В Ржищеве, да? Да, он говорил. А что, есть горы на, там нормально, да? Да, мы вот если на ту сторону заезжать. Я лыжи взял, сноуборд, все взял. Дельфин на сноуборде. Витя, Витя тоже сноуборд. У нас два сноуборда и лыжи с собой. Прошлый так хотел курорт сделать, да? Да, он хотел. Так а сколько же длина трассы спуск? Что, есть километр? Там есть. Там есть, больше, да? Да, там есть. Там реально крутые слышь, места, так тут ты представляешь есть. Сделать, блин, под Киевом? Под Киевом это было просто, это просто золотое дно. Было. Золотое дно? Ну, видишь. Тут у ребят бы сразу бы, что цены на жилье, что, блин, на... А сколько рабочих мест вокруг, да. Сколько отелей бы построить можно было? Ну, так, проще же на таможне так, тырить, так, зачем так, ты реально, дашь? Реально, просто-напросто тут считает Днепр, тут был бы курорт. Да тут курорт вообще номер один год. Был бы, да, круглый год. Днепр плюс к тому, это самое, нет, зимой... Да, лыжи и все. Места бесподобные, да. Днепр летом отдыхайте, пожалуйста. А что, зарастает сильно Днепр сейчас? Очень летом? Сильно. Сильно, да? Реально. Течения нет? Течения нет, они не дают. Течения нормально. А, они не дают. А раньше же такого не было? Раньше такого не было. Раньше, ну, зарастало, но не глобально, да? Зарастало как там, немножко получается. Ну так, чтобы камыш и лилии, вот это все полднепра заплели. А сейчас, да? Да, реально, да. Жесть. Сейчас острова ты смотришь, и реально просто-напросто, если раньше был просто островок. Островок и чуть-чуть, и там, чуть-чуть вокруг, деревья, да, я помню. Немножко, и все. А течение просто-напросто это все убирало. То сейчас они просто реально просто останавливают воду, грубо говоря, на сезон практически останавливают. Течения как такого нету. И оно просто-напросто уже, чтобы к острову добраться, то реально там, блин, ну, раньше люди там прокашивали себе в воде, просто тропинки делали, чтобы приехать на остров, а сейчас там реально позарастает все. Жестяк. Там вот дома. А это канал прорыли? Да, там дома, вот там сейчас будет видно, как построились, это канал прорыли, типа. Чтобы лодкой можно было и подходить. Можно заходить, подходить, да. Так и пользуются, нет? Пользуются. Это все выкопано, да? Да, это все выкопано. Раньше не было, просто тут какой-то ручеек маленький был и все. Вот этого дома не было, ничего не было. Улица Героев Днепра, да? Да. Знакомое название. Как на Оболоне. Ага. Так, куда-то он ушел. Все, он поворачивает. В оффроуд? Да, это будет хорошо. Будет экшен, наверное. Надо было, наверное,
Ну да. Коровничек был. Тут начинается хорошо уже, да? Дорога все уже. Подъем вверх. Сейчас будет экшен, я чувствую. Что будет пробивать? Да, даже что будет пробовать. У нас блокировок нема, это тоже будет интересно. Так, следы трактора только здесь. И Андрюхин штурман. Блин, как-то твердо тут. Нормальное место прямо из села в оффроуд. Так, трактор. Дальше даже он не поехал. Так. Пошел этот жесткий пилот. Это жесть вообще. Куда он полетел? Жестячок. Что, заехал? Фух. Да. Что вам сказать? Тут будет тяжело. По пробитому. Вот этот супер УАЗ. И солнце вышло. Ну идет. Идет. Красавчик. Следующий. Так, Жека. Land Cruiser 70. Цепляется. Зайдет. Так, вот. А, ну. Тут серьезный автомобиль. Вопросов не должно возникнуть. На сильверах. Ну и Витя теперь. Витю, ты узнала? Кто его не знает. Витя на узких должен зайти. Должен зайти. У него лучше проходимость, чем это должен, чем у 70-ки. Витя зашел. Так. Давай я тебя снимаю. Нормально идешь, не хуже, чем они. Да, да, хорошо идешь. На заднем приводе пока. Семидесятка вверху подзастряла. Нивка. Нивка уверенно идет. Уверенно. Ну, на рендже Андрюха задубасил, конечно, пробил. Так. Начинается веселье, короче, на горе. Нива. Все.
чуть раскорячилась. Я, может, станет в колею и стартанет сейчас. Машина не тяжелая. Сейчас я помогу ему. Хорошее место. Такая балочка. Хорош, давай, ровно руль, ровно поставь руль. Вправо руль, вправо. Хорош, поехали. Давай, 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 давай газу. Пошел. Сложное место. Да, такой подъемчик. Так. Ну, это серьезный внедорожник с хорошим запасом мощности. Валит красиво. Расчистил тут сугробы. Вдалеке водохранилище. Красота нереальная. Вранглер. Ну, Вранглер уверенно, конечно, тут. Без вопросов. Так, Олег Паджеро 2. На 37-м триподоре. Класс. 3,2 мотор с более нового Паджеро. Запаса хватает с головой. Так, ну теперь Патриот. С бородачом внутри наверняка. Бородач, бородач. Уверенно дубасит. Что тут скажешь? Красавцы. На вид было очень... Такая страшная горка, но на самом деле не сложно оказалось. Первому, наверное, было сложнее всех. Уехали. Опа, Прадик. Ну, внедорожник, что тут скажешь. Даже в стоке нормально идет. Да, стоковая. Ну, все-таки прокатанная колея есть прокатанная. Это все по-другому. Крис помогает, толкает, наверное. Да. А, это Леня. А, Леня подобрал Криса, сейчас и меня заберет. Давай, ты вперед снимай, я назад. Добро. Леня, не так резко, Леня. Хистеричка сегодня начинается. Это он вперед снимает. Ёханый бабай, осторожней. Ты я думал, снимать, пешком. Открой окно, тебя плохо слышно. И видно. На третьей, говорит, едем. Это зад или вперед? Середина. Я посередине. Ей, куста, вот он, белый дельфин. С нами тут. Делаю ему фото на ходу. Ого, далекий тут. Пешком бы запыхались идти. Я еще думаю, кто меня подвезет. Там машин уже нету, да? Нет, нет. Две? Надо Uber.
наклейку наклеить. Тоже, да? Что у него с крышей, смотри? Какие-то заклепки. Блин, ну, руки мерзнут. Так, ого, а тут Рубилова, наверное. Леня, Леня, куда тебя несет, блин? Объезжай, Леня. Леня, объезжай. Так, там Витя. Подожди, мы выйдем. Леня, стой. Леня, стой. Тут Леня. Сейчас минус 200 сделали. Должен поехать. Поехал. Так, Леня поехал, Витя уже впереди там рубится. Блин, какое классное место. Коксу, наверное, ходом больше, больше хода. Леня, хода больше. Пошел. Самурай бьет колею. И ананас стал, не проваливайся. Провалился. Так, FJ. Ну, тут хорошо. Да, места четкие. Нива в борьбе. Передняя блокировка нужна тут. Включи передний блок. Передний не работает. Ну не хватает его. Сейчас поедешь, если включится. Вот сейчас поедет. Не, не включился. Днепр. Больше ходу. Леня победил. Где? А вон рыбаки сидят, да? Рыбаки сидят.